Казалось бы, такая маленькая батарейка, но вред она может принести огромный. Разлагается она веками и выделяет вредные вещества, которые попадают в организм человека через воду и еду. И это может привести к печальным последствиям. Поэтому не стоит выбрасывать батарейки в мусорное ведро. Важно их утилизировать правильно. Уже 2 года в клубах по месту жительства Центра внешкольной работы есть пункты приема использованных батареек. За это время сотрудники ЦВР собрали более 1000 старых элементов питания. Нам бы хотелось, чтобы люди приносили почаще использованные батарейки и больше. Даже бывают такие случаи, что целыми пакетами и коробками нам приносят, что нас это очень радует за такую сознательность горожан. После того, как специальная коробочка наполняется использованными батарейками, сотрудники ЦВР отправляют их на промышленное предприятие, где специалисты утилизируют приборы грамотно и профессионально, устранив любую опасность для людей и экосистемы. Принести использованные батарейки можно в клубы по месту жительства «Здоровье», «Восход», «Мечта», «Чайка» и «Греция» с 15 до 20.00. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.